столице сегодня начался шестой раунд многосторонних переговоров по Сирии. Ранее сторонам процесса удалось договориться, в частности, о создании зон деэскалации. МИД Казахстана сообщил, что все участники уже прибыли в Астану. На месте работает Саби Байбусинов. Сейчас он с нами на прямой связи. Саби, добрый день. Тебе слово. Добрый день, Салтанат. Шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Астане официально стартовал. Как обычно, встречи сегодня, скорее всего, состоятся только двусторонние, проходят за закрытыми дверями. Что можно утверждать на данный момент, так это то, что в Астану приехали все участники переговоров. По крайней мере, в гостинице, где они проходят, мы сегодня встретили спецпредставителя ООН по Сирии Стафана де Мистуру и главу делегации официального Дамаска Башара Аль-Джафари. Но от каких-либо комментариев они пока отказываются. Кроме того, по информации пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана, в Астану также прибыли представители стран-гарантов России, Турции и Ирана, ну и, конечно же, представители вооруженной оппозиции, в составе которой как минимум 24 человека. Ожидается, что главной темой переговоров станет создание четвертой зоны деэскалации в Идлибе и закрепление перемирия уже в действующих, которые расположены в пригородах Дамаска и Хомса, а также на юго-западе Сирии. В пределах зон деэскалации прекращены боевые действия между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Я напомню, что соответствующий документ о их создании был подписан в Астане в мае этого года. Добавлю, что астанинский процесс стал уникальной площадкой по урегулированию сирийского кризиса, и длится он уже с начала 2017 года. К этому моменту уже состоялось 5 раундов встреч в январе, феврале, марте, мае и июле. За это время, кроме важного меморандума о создании зон деэскалации, также странам удалось согласовать положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии. Мне остается добавить, что совместное заседание по итогам шестого раунда состоится только завтра, в пятницу. Салтанат, на данную минуту у меня все. Спасибо, Саби. На прямой связи с места проведения шестого раунда переговоров по Сирии в Астане был Саби Байбусинов. Подробности от него ждем в вечерних новостях в 21:00.